Приветствую вас, друзья, на канале «Каменный успех. Дома из камня». Что значит ровные стены и кривые камни? Я скажу и на греческом, потому что мне скоро придется не только на русском рассказывать, а и на греческом. «Исе тихо кестраво петре». Что значит ровные стены? Вот наш маяк, он ровный. Вот наши углы, они ровные. Ровные откосы. Вот наша ровность. И вот по маякам мы натягиваем нитки. Наши две нитки, как я всегда учу. И кладем наши кривые камни. Вот посмотрите. Ровные стены. Ровные стены. Но кривые камни, они все идут как бы обтекаемые. Они у нас идут вот. Вот это и есть красота. Красота, когда вы ищете центр камня, когда вы ставите центр камня. И вот вся вот эта, как так сказать, углубленность, вся, так сказать, выпуклость камня, она привлекает, все животики идут вот по одной линии. По одной линии, что значит правильно поставить камни. Когда ваш животик, который в камне, упирается в пространство между двумя нитками. И когда вы смотрите, ваш взгляд, ваша зеница ока видит до самой земли, до самой платформы бетонной. Если здесь еще расшивочка будет, сеный отсев совместно с речным песочком, и все это замазывается, расшивается и делается очень красиво, и смотрится очень красиво. Вот что значит ровные стены и кривые камни. Но ни в коем случае это не соединять, то есть не делая кривые стены, кривые камни там как-то совместно, нет. Если вы хотите, то есть, потому что многие немножко недопонимают, даже здесь ребята меня, то есть они как бы думают, что вот, я вам скажу, что они практически, насколько, они такие же самые, как я, они профессионалы, и они допускают эти ошибки. И я думаю, насколько, если мои ребята это допускают, когда я с ними, как же другие строят, когда меня там нету. И они вот пытаются, вот, допустим, если вот именно такой камень, то есть горбистый, имеет свой скелет, то есть он идет вглубь и имеет свою выпуклость. И вот другие ребята как делают? Берут этот камушек и уже подстраиваются под другой камушек. Вот этот угол кладут так, чтобы он совпадал с этим углом. И это уже неправильно, потому что потом стена не есть ровная, она играет, она вот такая. Да, возможно, это кому-то и нравится, возможно, это кто-то и хочет. Но в данный момент мы делаем ровные стены и с кривыми камнями. Кто понял, тот понял. Кто не понял, учитесь понимать. Учитесь понимать с полуслова. Учитесь понимать с картинки, которую вы видите. Тогда все будет нормально. Стройте из камня. Состоятельные люди, стройте с хорошего камня, нанимайте лучших специалистов, то есть, наверное, нас, потому что у меня, я считаю, и не просто считаю, не просто обманчивое такое мнение у меня, я уже четко знаю, что у меня они лучшие, потому что их я обучаю, они слышат меня, и они делают то, как я хочу, не всегда, но они учатся, поэтому наша бригада лучше, наша бригада современнее, она мобильная, она может выезжать в любую точку мира со своим инструментом, со своим подрядом, и мы можем строить быстро, качественно и хорошо. Поэтому состоятельным людям скажу, стройте из камня, мастера, зарабатывайте на камне. Я с вами, и я вам покажу еще разные новые нюансы, как необходимо делать и как необходимо строить из камня.